Ну что, дорогие друзья, сегодня мы смотрим World of Tanks приколы, 124 выпуск, под названием «Они заполонили весь рандом». Уже страшно, уже ставим лайк, берите себе покушать, берите себе чаечек, и все в этом роде, и погнали же, ребят, потушим, как обычно, пердачело от нашей замечательной, в скобочках нет, игре. Погнали! Музыка, кстати, классная. Нормально, чел так ворвался. Эй, танкист. Эй, танкист, никакой рекламы. Так, погнали дальше. Голубочек. Глазки загорелись. Ребят, не сильно громко. Поставьте плюс, если по звуку нормально. World of Tanks. Наша игра. Наша игра. Узнаю свой карташечек. У него есть какой-то план? Как жить-то, б***ь? Обиделся, ребят. Просто обиделся. Какой обидчивый. Здравствуйте. Никогда не гадали, глядя на человека, что там у него в голове. Йо, вот мгась, вот же мгась. Не человек. А этот, кстати, еще выжил, повезло. Сейчас будет пстить, пацаны, это кровная месть. Я думаю, он не успокоится. Мстить не надо, он сам себя погубит. Господи, да он ничь. Да забей. А вот и я. Может, не надо, Жорик? Я больше не буду. Надо, Федя. Надо. Мама. 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 Так а зачем он это делает? Мама. Тебя же забанят сейчас. А, тут бокал убил? Все, понял. Отомстил, отомстил, так сказать. Излил душу. Два дебила это сила, я понял. Это же так весело. А ты Довин, а? Типичный артовод, пацаны. Типичный союзный артовод. Еще один? Охереть. Что за ужас тут творится? Я с вами, братья. Бля. Господи, боже ты мой. Чисто, чисто, пацаны, кто узнал своих тиммейтов, жмите жирный лайкос. Сколько? Четыре дурачка, да, утонуло? Утонуло. Утопцы. Утопцы. Заплати ведьмаку чеканной монетой, братишка. Обладьте чеканным лайком. Как дела? Хорошо, нормально. Тупо чекнул. Ну, типичный совет, пацаны, который выкатывается бортом. Это нормально. Это нормально. Hello, motherfucker. Hello, it's me. Чисто дуэль коричневых. Говняное сражение. Глупец, ты уже мертв. Он ствол ставил, да? Хорош! Вот оно. Все-таки, пацаны, оказывается, размер имеет значение, если вы понимаете, о чем я. Просто заткнул его, бля, своим калибром большим. Что он делает? Бля, боже ты мой. Какое же оно тупое, посмотри. Что он делает? Ой, даунич, ой, даунич, блин. Это забей. Меня бы тоже бы сгорело, меня бы просто нереально сгорело. Прикинь, бы сейчас еще бы забанило вот этого из-за того, что он на него наехал и начал хп ему снимать. Этот живой? Даун. Так, ребят, играем.
Что произойдет? Но батончика мясом, а батончика уцелеют, выживет только один тунчик, пазик провалится под текстуру. Блин, пазик провалится под текстуру, я думаю, не? Хрен его знает, пацаны. Выжили обои? За 2 минуты до прыжка. Минус 50 урона, нифига. Ну ты придурок. Ну ты придурок. Здравствуйте. До свидания. Посветил, проверяй. Ну, чисто протаранил как надо, на 900. Неплохо. Хорош, хорош. Ну, он же весит нормально, да, как лента? Бля, чел. Он его флового затаранил, охренеть. Ну как затаранил, ну просто придушил, так сказать, задоминировал. Кстати, сам режим вот этот хэллоуинский, пацаны, реально был говно. Ставьте лайк, кто играл в этот режим, кто согласен, что он был так себе. Нихера. Nope. Е-пай. О, вот это было красиво, кстати, в полете. Хорош, хорош. Тупо просто авто респект. Ух ты, нихера. Понимаю, выцелил, проверяй. Тупо испугался. Пауи. Чат додик, просто нереальный додик. Объехал, проверяй. Он выжил? А что, так можно было? Нихера. Чел раздал говна, бля, ее. А, вода кедавра. Чего, арту убил? Нихера себе. Не, ну слушай, не обидно особо, наш арту придушил, красавчик вообще. Но не. Бенни Хилла, пацаны, на фоне включаем. Блин, лев не додумается, да? Что он делает? Ну, ему просто надо, пацаны, в таких ситуациях всегда надо отъехать от камня, чтобы рентгеном вы уже не светились. И потом просто попытаться его, скажем так, ну, найти... Неожиданно стороне. Для... Тупо истребитель. Говно коричневое. Ты что, больной или ударился? Да, он просто, да, он еще, ну чем, ну, нахрена это делать, серьезно? Дурак! Теперь этого выталкивает. А почему едет он, а я? Теперь этого, да, будет сталкивать? Вот это прикол! КВ-2 чисто в том месте в то время оказался. Подснял, проверяю. Ой, бля! И теперь они его, походу, назад не поставят, да? Блин, практически... Почему так сложно? Вот серьезно. Вот который раз уже я смотрю вот за этой движухой. Нездоровая херня, абсолютно нездоровая. Варгарнинг. Что сложного, бля? Сделайте, чтобы танк, если на крыше, перевернуть его можно было. Это максимально сложно. Если танк еще весит до хера, то это вообще практически нереально. Посмотрите, ну почему так сложно, бля? Ну вот реально, типа объективно. Почему нельзя сделать нормальную физику? Пиздец. Забей. Сейчас еще того чувака забанит, который перевернул, да? Попався, разбийник. Что? Вы кашкой? Хера, подожди. Не понял. Вы кашкой перевернуто? Помог, бля. Хорошая система. Одобряем, бля, вы молодцы, бля. Ёб твою мать, нихера, я что тут за кладбище техники? Охереть.
Нифига, хорош выехал все-таки. Блин, я хотел бы увидеть, что там было за заруба. Почему так много трупов было? Что? Посветил. Ублюдок, мать, а ну иди сюда. Подсветил. И по традиции лучшие комментарии. И по традиции, братишка, если тебе понравился этот видос в целом, обязательно прожимай лайкос, подписывайся на канал, включай гребаный колокольчик, ударь ты по этим бубенцам, стримеру будет приятно. Это тот самый случай, когда удар по бубенцам действительно будет очень приятен. Я вот за эти бубенцы, если что. Вот, поставь колокольчик, братишка, надеюсь, ты не поленишься, поставишь лайк, и тебе все понравилось. Так что спасибо тебе за просмотр, удачки и всем бэ-бэ.